Череда побед на универсиаде. Не успел Братск отойти от успешного выступления легкоатлета Владимира Краснова, как из Казани поступило новое сообщение. Дзюдоистка Олеся Кузнецова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов. Спортсменка одержала чистую победу в финале над француженкой Скарлетт Габриэлли. Представительница Франции взяла серебро, а бронзу разделили между собой украинка и кубинка. Директор ДЮСШ Олимпийского резерва «Спартак» Николай Егоров наблюдал за выступлением своей воспитанницы по телевизору. Говорит, Олеся отработала на высшем уровне. Впечатление очень сильное, конечно, вчера вечером. Все на изводе, все на нервах, все как бы начиная с первой встречи и так в течение всего дня. Ну и когда выиграла первую встречу, я понял, что все-таки состояние переломилось. Первая встреча, она всегда как бы определяющая. Продемонстрировала очень высокое мастерство, конечно. Сейчас Олеся Кузнецова и тренер Наталья Дору возвращаются домой. Их ждут родственники и друзья, которым не терпится лично поздравить спортсменок с победой.